Коли пересекать державную мяжу не про Новую Году, а пункт пропуска Веселовка, необходимо додатково проехать около 80 км. Плюс у тем, что тут черги значно меньше. У так званую годину пик у выходные можно сэкономить 2, а то и 3 годины. Пункт пропуска Веселовка зараз находится в стадии невеликой реконструкции. В ближайший час тут будет установлено обсталевание по проверке автомашин и перевозимых грузов на радиацию. Причем нарады, которые работают на пункте пропуска, упевнены, новая проверка час контролю истотно не подолжить. Тем больше, что пограничники имкнутся не просто укласти все отведенные нормативы, а и максимально их снизить, навод у летний час, когда поток транспорта повеличивается. Пропускная способность данного пункта пропуска расчетная 800 лиц и 200 транспортных средств. В летний период и в выходные дни данное количество увеличивается до 1500 лиц и 400 транспортных средств. В пятницу послеобеденное время выезжают суббота утро и в воскресенье в основном вечером возвращаются граждане, которые на выходные выехали за границу. В сравнении с тем же пунктом пропуска Новая Гута, Веселовка по померах меньше значная, але тут практически николи не бывает грузового транспорта и автобусов. Пропуск, яких про державную мяжу, займає шмат часу. Бодай одинный минус Веселовки у тим, что громадяне третьих краин трапляют на территорию России только про этот пункт пропуску. Разом с тем, это одинный пункт, откуль без проблем можно накироваться как на Украину, так и в Россию. Отлеглость до их границ отсюда практически однольковая. У нас никогда проблем не возникало. Всегда тут и культурно обслужат, так и все пропустят. Никогда нас не задерживали, что туда, что назад. Вот. Оперативно работают, четко, быстро, да. Через Новый год надо в очереди стоять долго. Зачем? Зачем создавать проблемы себе и работникам? Есть такие сайты, можно посмотреть, где очереди. Олег Сентеров, Валерий Япанько, телерадиокомпания «Гомель» с пункта пропуска «Веселовка».